И снова здравствуйте. Меня зовут Валерий Иванов, и сегодня я хочу презентовать вам один молодой и очень интересный проект. В чем его интерес? Скажу прямо. Ну, во-первых, знакомый до боли маркетинг, который был уже в других проектах. Точно так же существует 4 статуса. Free, Silver, Gold и Diamond. Наверняка многие из тех, кто работал в Дике или в похожих проектах, уже понимают, о чем идет речь. Проект называется Argent Global Network, проект американский, или сокращенно AGN. И сейчас я расскажу быстренько о том, как можно регистрироваться. После того, как вы получите реферальную ссылку от своего спонсора, кликайте по ней и выбираете пункт Join. Подключиться. Дальше. Здесь будет вписано имя вашего реферала. Вот здесь имя реферала моего есть. В первой строчке пишите ваше полное имя. Во второй адрес. Третью строчку можете пропустить. Дальше город. Country. Выбираем страну проживания. Russia. Провинции. Пишем там, где вы есть, или область вашу. Почтовый код, номер телефона, почтовый ящик, почтовый ящик, обязательно выбирайте ящик на Gmail. Это в будущем избавит вас от многих проблем. Если нет такого ящика, просто зарегистрируйте себе его. Теперь выбираем имя пользователя, username. И в следующем поле выбираем пароль, который у нас будет для входа в систему. Повторяем пароль. Confirm password. Так, все поля заполнены, теперь принимаем условия лицензионного соглашения. Те, кому особо интересно, могут их перевести и прочитать. И нажимаем кнопку «Регистр». Все, пожалуйста, мы зарегистрировались. Теперь нам нужно проверить обязательно ящик для того, чтобы активировать ссылку, которая пришла у нас на почтовый ящик. Вот такой синей полосой выделена ссылка активации. Кликаем по ней и вывалимся на страничку на нашу. Появляется у нас сообщение User Account Activation. Окей. Закрываем это окно. Все, пожалуйста. Мы находимся на главной странице. И теперь давайте войдем в наш бэк-офис. Посмотрим, что у нас там есть интересного. Это у нас такое приветственное письмо. Как мы можем пополнить счет? Счет пополнить можно, повысить квалификацию с 4 платежных систем. Сейчас наиболее активно Solid Trust Pay, всем знакомы. Опять же, наверняка у всех есть аккаунты. Если нет аккаунты, откройте. Это же ваша денежная лопата, ребят. Лопата, с помощью которой вы будете вводить деньги не только из этого проекта, но и из всех других проектов. Если есть трудности по открытию, обратитесь ко мне, я дам вам ссылку для регистрации и могу объясню, как открыть аккаунт, провести верификацию аккаунта и валидацию карт. Итак, что мы имеем? Расскажу коротко. 4 статуса, которые помогают нам зарабатывать деньги здесь. Скажу, в чем прелесть этого проекта. Самая главная прелесть этого проекта, к сожалению, приходится ставить во главу прелести проекта именно этот факт, то, что проект совершенно новый. Он находится еще на приланче буквально, только-только на изучении, поэтому я пока зайду сюда на статус free, посмотрю, как он будет развиваться, а дальше посмотрим. Хотя, если брать калькулятор и посчитать, конечно, несравненно выгоднее заходить сразу на статус Diamond и двигаться вперед. Что мы имеем? После того, как мы вошли в свой бэк-офис, перед нами появляется вот такая вот дашборд, приборная панель. И здесь имеется целый ряд, довольно обширный ряд инструментов. Расскажу коротко о том, что мы имеем.
Планы основной есть. Basic план, Basic Plus, Premium, VIP и VIP Plus. Что это означает? Вы можете купить пакет рекламный из 150 бидов. Это один ваучер. А срок действия контракта 1 год. Вы можете здесь поставить 1000 текстовых или 1000 баннерных объявлений, рекламируя свои собственные проекты. Тоже очень интересная вещь. Зарабатывать вы будете здесь по $10 в неделю. То есть получается $150 один раз вы вносите. $150 эти живут целый год, ваш рекламный пакет. А зарабатываете вы $10 в неделю, то есть $40 в месяц. Вот посчитайте, что примерно через 3,5 месяца ваши $150 вернутся полностью. А дальше пойдет чистая прибыль. Я говорю только о покупке рекламных пакетов. Обратите внимание. Дальше пакет Basic Plus. Соответственно, $300 вносите. Это 2 ваучера. $20 в неделю вы получаете. Срок действия контракта 1 год. И также как бонус 2000 текстовых или 2000 баннерных объявлений для рекламирования собственных проектов. То есть те люди, которые зарегистрировались в Argen Global Network и работают в этом проекте, они будут видеть ваши баннеры, вашу рекламу. А если учесть, что этот проект привлекает людей, которые имеют опыт работы в интернете, и они будут видеть ссылки на ваши интересные проекты, а это будут люди уже подготовленные, мне кажется, что здесь можно будет достаточно быстро построить хорошую структуру, хорошую базу рефералов. Дальше, проект премиум. $600 он стоит, или 4 ваучера. А срок действия контракта точно так же 1 год, но вы имеете уже 4000 текстовых или баннерных объявлений, и ваше вознаграждение будет $40 в неделю. Проект VIP, соответственно, $1200, срок жизни год, вы получаете уже $80 в неделю. И, наконец, VIP Plus, $2400 стоит пакет, рекламный пакет, 16 ваучеров, но вы получаете уже $160 в неделю. Контракт длится 1 год, и вы имеете право размещать 16 тысяч текстовых или баннерных объявлений. Это замечательно просто. Еще раз скажу, вот эти вот рекламные пакеты, они отбиваются за 3,5-4 месяца максимум, не считая того, что вы будете зарабатывать на рефералах и прочем. Немножко пройдемся по бэк-офису, чтобы я рассказал, что и где как работает. Overview — это вот самая-самая наша с вами главная первая страничка. Getting Starting Guide, как водится. Тут описывается, что и как работает. Если кому-то интересно, переведете. Тут скажу просто коротко. 20% имеете с рефералов первой линии за ежемесячную оплату квалификации. Соответственно, с Silver имеете $2, с Gold 10 и с Diamond $20. Все это знакомо уже. То же самое по комиссиям, по матричным. Так, Membership. Идем дальше. Здесь интересно, довольно сделанное меню, необычно. Вы сами выбираете вот такое вот неспадающее меню, какую квалификацию вы хотите купить, например, Gold. А здесь выбираете цикл 30 дней. Вы не можете выбрать 60 дней или 1 год, поскольку, видите, я не являюсь квалифицированным партнером, поэтому не могу купить что-нибудь другое. Если бы я был квалифицированным партнером, то я бы купил... мог купить рекламные биды, и тогда мог бы выбрать здесь срок жизни год. Вот видите, пока мне предлагается только 30 дней. А дальше выбираем платежную систему. Платежная система пока работает, в Paize не работает, работает только в Solid Trust Pay. И видите, уже стоит сумма $50 у нас уже стоит здесь. Для внесения Please Order нас переводит на страницу оплаты Solid Trust Pay. И там мы покупаем уже себе квалификацию ежемесячную. Ну, здесь понятно, да? Меню интересно сделано. Дальше. Трансфер фонд, ну, это тоже по отправке, по введению денег на свой баланс и по выводу. Левое окно у нас предназначено для внесения денег, а правое окно для выведения, виздрав, для выведения денег из системы. Выбираете, куда на Paize, либо на Solid Trust Pay вы будете вводить свои заработанные деньги. Дальше. Commission Lock. Ну, здесь у нас указываются все наши операции. Все движения денег, поскольку движения денег нет, я зарегистрировался только что, соответственно, у меня страничка будет пустой. Дальше. AGN Ads Log – это движение ваших объявлений, то есть те объявления, которые вы давали, те пакеты, они будут отображены здесь после начала вашей работы. Так, это у нас был дашборд.
Главное теперь reports. Это была вкладочка наших отчетов. Реферал. Очень, кстати, тоже интересно сделано, как здесь работает. Сейчас немножечко покажу чуть позже. Реферал — это ваша матрица. Вот он пока один. Я единственный. Я зарегистрировал своего партнера. И пока у меня, разумеется, пусто. При построении структуры будут выдаваться free на зелененький, silver будет серебристо, соответственно, gold будут такие желто-оранжевые, и diamond, они решили сделать такого приятного голубого цвета. Про сервис раздел тоже пока недоступен, поскольку я не квалифицирован. Здесь будет информация, опять же, по рекламе. Поскольку основная задача проекта Argent Global Network — это заработки на рекламе в интернете. А сколько денег крутится в рекламе, вы можете себе представить. My Profile. Тоже, кстати, интересный раздел, довольно-таки необычный. Смотрите, как интересно здесь сделано. В левом окошечке у вас будут отображаться ваши деньги, все ваши деньги. Нераспределенный баланс. Personal Volume. Кстати, здесь имеет значение Personal Volume, и здесь вводится понятие PV. Для получения матричного бонуса я сейчас расскажу, как это работает. И ваша квалификация. Насколько уровни вы квалифицированы в соответствии с PV. Чем выше у вас PV, тем выше ваша квалификация. А вот правая окношка, правое окошко, оно показывает ваши рефералов. Общее количество рефералов в вашей структуре. Общее количество активных рефералов. То есть без фришников. Это очень удобно, потому что непонятно. У вас может в структуре стоять 2000 человек, а из них там может половина фришников. Мы такое знаем уже. Вот сколько фришников у вас стоит, показывается в этой строке. Сколько сильверов, сколько голдов и сколько даймондов. Это очень и очень удобно, наглядно. Вот правое окошко, я считаю, для тех, кто работает со структурами, очень удобно, поскольку можно всегда пощупать и потрогать свою структуру, насколько эффективно она развивается, куда у вас уходит. Все в бесплатников или все в людей, которые на самом деле пришли туда заработать, а не дурака валять. Так, что еще? Вернемся давайте на главную панель. Немножечко расскажу о матричном бонусе, как он у нас начисляется. Для того, чтобы посмотреть, как у нас работает матричный бонус, нужно будет выйти из бэк-офиса. И вот здесь, на главной странице, в самом низу, вот такой есть пункт, Get Paid называется. Нажимаем на него, и вот здесь расписаны все наши шоколадки, все пряники, которые мы будем получать из глубины нашей матрицы. Для бесплатника, что у нас имеет статус Free? 20% традиционно с любого лично приглашенного партнера. Соответственно, сильвера 2 доллара, с голда 10, с даймонда 20 долларов. Все. Больше никаких процентов с 3 покупок из глубины матрицы фришник у нас не черпает. Сильвер. Что имеет сильвер? Подписка стоит 10 долларов в месяц. Имеет 25 центов за любого человека, который уходит на глубину. Вглубь. Всего лишь. То есть больше, в общем-то, ничего. Голд. Голд имеет 50 PV. Это уже что-то, но этого мало, чтобы получать на глубину матрицы, чтобы с глубины черпать. А матричный бонус такой. Имеет по 35 центов с любого сильвера, по 1 доллару с любого голда и по 1 доллару с любого даймонда, который находится на глубине. Теперь, чтобы получать на глубину 5 уровней, нужно иметь 2 лично приглашенных платных квалифицированных партнера. Чтобы черпать из матрицы с глубины на 10 уровней, человек на статусе Gold должен иметь 4 лично приглашенных и должен иметь PV, то есть Personal Volume, не менее чем 300 очков. Чтобы черпать с глубины на 15 уровней, нужно иметь 6 личных партнеров и иметь PV 500. И, наконец, чтобы получать матричный бонус 21 уровня вглубь, нужно будет иметь 700 PV. Что такое PV? Это Personal Volume. PV складываются у вас из суммы вашей квалификации и суммы квалификации всех ваших платных партнеров первой линии. Простой пример. Если вы Gold, то у вас 50 PV. Если под вами 7 даймондов в первой линии, то у вас уже PV будет 7 умножить на 100. 700 и плюс ваши 50 PV, получается 750 PV. Получается, что вы перекрываете все. Ну и дальше Diamond. Diamond, в принципе, имеет то же самое, что и Gold, что касается PV. То есть 2 человека позволяют черпать на глубину 5 уровней, 4 человека на глубину 10 уровней, 6 человек на глубину
15 уровней. И, наконец, максимально 8 платных, лично платных приглашенных в первой линии позволяет вам черпать матричный бонус на глубину аж 21 уровень. Но при этом нужно иметь 700 PV. То же самое. В чем отличие Даймонда? В том, что Даймонд, в отличие от всех других статусов, получает максимально высокое вознаграждение за платных партнеров, находящихся на глубине вплоть до 21 уровня. А именно, 40 центов с каждого сильвера, 1,5 доллара с каждого голда и 3,5 доллара с каждого даймонда, который находится под ним на глубину 21 уровень. Это, конечно, астрономические цифры и астрономическое вознаграждение. Просто песни, как я люблю говорить. Ну вот, собственно, все. Самое главное, что я хотел рассказать об этом проекте. Реферальная ссылка находится прямо у меня под моим видео. Если будут вопросы, звоните, пишите, добавляйте в Skype. Я добавлю в наш командный чат, где вы всегда можете получить грамотную, квалифицированную и своевременную помощь. Всего хорошего, больших, свободных и легких вам денег. С вами был Валерий Иванов. Пока!